Сегодня среди школ 8-го вида прошли чемпионат республики по масс-рестлингу и первенство по жиму лежа. В адаптивном центре физической культуры и спорта «Самородок» прошло торжественное открытие соревнований. Всего принимают участие 9 команд из Алекминского, Амгинского, Мигино-Кангаласского, Татинского, Усть-Алданского, Улусов и города Якутска. По масс-рестлингу заявлено 44 участника, а по жиму лежа 29. Завтра учащиеся с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата приступят к соревнованиям по настольному теннису. Приехал я с уверенностью, но немножко беспокоюсь, что штанга будет немного тяжелее. Но чуть-чуть надо разозлиться и, наверное, подниму. Тренируюсь в школе. Когда в школу прихожу, я всегда иду в спортзал. Там я качаюсь, качаю все части тела. У меня есть инвалидность, порок сердца. Осенью должен я ехать в Новосибирск, там должны операцию сделать. Ну, веду я здоровый образ жизни.